Запишем. Я бы никогда не подумал, что в настоящее время я буду находиться в этом месте. Когда ты маленький, ты всегда представляешь себе самую неординарную судьбу. Талантливый хирург, музыкант, а может, гонщик болиду Формулы-1. Но вот я здесь, и большую часть своей жизни я отдал делу, которое ничего не дает взамен, а только забирает. Здоровье, время, что еще важно у вас там? Мне даже нечем оправдаться. У меня нет наркотической зависимости. Без алкоголя я могу выпить только пиво, и то не часто. Но эти бессмысленные попытки стать нормальным, меньше рефлексировать и больше делать, загнали меня в самую тупую ловушку на этом свете. Я так долго говорил себе, ничего не чувствую, что теперь даже луч солнца сквозь окно электрички действует на меня как самая большая благодать. И я очень запутался в том, где я, а где тот, кому ничего нельзя чувствовать. Я не умею ни писать, ни рисовать. Мне некуда вылить все это. Поэтому это все, что я могу дать. Thoughts race through.